Ленинск-Кузнечанка, вокалистка из Дворца культуры имени Ярославского, Марина Нефедова и сама знает, что нелегкую задачку она задала жюри уже самим выбором своего репертуара. Но международный конкурс «Фестиваль «Закружи вьюга» требует только высочайшего уровня от своих участников. И Марина этот высочайший уровень показала. Спели такие вещи, они более классического варианта, то есть и жюри просто потом после выступления был диалог, что они не знали, как оценивать это. Арию из фильма «Пятый элемент» и «Time to say goodbye» Кэтрин Дженкинс. Софья Коврижных, также воспитанница Ольги Муль, стала дипломантом первой степени в номинации «Эстрадный вокал». В жизни Софья пользуется стратегией наполеоновской армии – никогда не знать поражений, а только побеждать. Не подвела она ее и на этом конкурсе фестиваля. Было волнительно, когда я выходила на сцену, но я переборола свой страх и вышла и спела. А что именно пела? «В синем море белой пени». Когда вот поешь на зрителей, в зрительный зал смотришь, кто как слушает, кто чего делает? Когда ты сделаешь любое другое движение, они сразу на тебя смотрят, и взгляд такой волнительный. Волноваться нет причины, если ты молод и талантлив. Именно с таким настроем ехали на фестиваль-конкурс и с еще большим энтузиазмом возвращались с него девочки из ансамбля современного танца «Впечатление» Снежаны Кондаковой. С собой коллектив привез диплом лауреата третьей степени в номинации «Хореография модерн». Этот танец говорит о том, что праздник приходит и уходит, но он остается у нас в душе. Мы его начали зондировать еще в прошлом году. В прошлом году у нас съездили тогда только вокалисты, успешно съездили. Вот. В этом году поехали еще и танцоры наши на этот конкурс. И это как бы такой хороший показатель, что несмотря на то, что у нас идет ремонт, и коллективы во дворце не находятся, потому что здесь нельзя этого делать. Вот. Тем не менее, коллективы работают, готовят новые номера, готовят новые программы. И, как видите, достойно, если они получают какие-то звания и награды на таком международном конкурсе, я хочу обратить внимание, международном. Особую благодарность организаторы конкурса «Фонд развития творческой молодежи «Новое поколение»» высказал руководителям творческих коллективов, которые уже на протяжении многих лет отдают всю свою энергию и профессионализм одаренным детям.